На этот раз 22 воспитанника секции фигурного катания под руководством тренеров Ирины Жгулевой и Галины Маслеевой отправились покорять столицу Урала. Соревнования длились целый день. Более 200 участников из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Оренбурга, Челябинска, Перми, Верхней Салды, Новоуральска были разбиты на подгруппы в соответствии с разрядами. Как и на любых соревнованиях, не обошлось без слез радости и горечи поражения. Дети старались показать все, на что они способны и чему их научили тренеры. В разряде юный фигурист в группе номер 2 второе место заняла Вероника Бычик. В группе номер 6 сильнее своих соперниц оказалась Екатерина Алютина. А в группе номер 7 бронзовую медаль увезла домой Софья Короткова. В третьем юношеском разряде в группе номер 3 Полина Бравикова в борьбе с представителями Пермской школы фигурного катания «Орленок» сумела занять третье место. Три салдинских спортсменки сражались за медали в группе номер 5. В ней не оказалось равных по мастерству ученицы 2-го Г-класса школы номер 2 Дарьи Клещевой. С отрывом почти 8 баллов от ближайшей соперницы Даша встала на высшую ступень пьедестала почета. На втором месте оказалась ее подруга по команде Анна Юсупова, проигравшая по компонентам третьему месту почти балл, но сумевшая все же выиграть за счет технических элементов. Не повезло в этой группе Ольге Леонтьевой, которая удачно откатала свою программу, но из-за падения лишилась шансов на бронзовую медаль и заняла лишь четвертое место. В группе номер 1 первого юношеского разряда Алена Алексеева также заняла четвертое место, проиграв девочкам из Челябинска и Новоуральска. А вот в группе номер 3 снова салдинская школа праздновала победу. Блестяще откатав свою программу, Мария Рудковская, также ученица школы номер 2, не оставила шанса на золотую медаль своим соперницам из Перми, Челябинска, Нижнего Тагила. Всего же наши фигуристы привезли 10 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.